те поправки, которые, предположительно, должны вступить, они касаются прежде всего единых целей, задач в системе образования и образования через всю жизнь. Да? То есть сейчас нам очень нужны специалисты, востребованные, качественные, которые будут развивать нашу промышленность, нашу науку. И, пожалуй, единственным как раз направлением является образование через всю жизнь с использованием как раз цифровых технологий. Но это очень хорошо вяжется с теми изменениями, которые закреплены сейчас в проекте Конституции. Это гарантия экономических каких-то основ, да, экономической безопасности. То есть здесь как раз вот прослеживается очень хорошо единая структура по обеспечению государством, начиная от социального блока и заканчивая экономическим.